Привет, привет, мои дорогие друзья! С вами Лилия Донскова и обзор четвертого заказа из каталога Oriflame номер 16. И что самое забавное, то что я уже выполнила свой план 500 баллов, который я планировала на каталог, я уже сделала. И по вашему единогласному решению мы делали опрос в YouTube, не было ни одного человека, который бы написал «не снимайте заказ», поэтому мы решили, что будем снимать, тем более что была черная пятница и она еще продолжается, вы можете успеть даже сэкономить немножечко свои деньги. И этот заказ на 150 баллов я сейчас буду разбирать прямо при вас. Правда, уже кое-что у меня забрали, кое-что сейчас объясню, что не успела довести до вас. Так, это все накладные. И буду показывать то, что с черной пятницы, и то, что с каталога по отдельности. Вот таких вот продуктов. Это жидкое мыло, фруктовый микс. Очень крутое мыло. Я, кстати, такое заказывала, но у меня его отжали. А сейчас, так как оно идет по акции, стоит, по-моему, всего 119 рублей. Я заказала 2 себе, и 3 у меня уже забрали. Не успели сюда довести. То есть в заказе всего было их 5 штук. Также у меня в заказе вот такие чудесные маски для волос. Это серия Hair X, маска восстанавливающая, и она рекомендуется для тех, у кого волосы сухие, ломкие. Например, если вы красите краской, как я, волосы, то очень важно напитать, восстановить волосы, чтобы они выглядели более живыми, мягкими, рассыпчатыми, и чтобы они лучше расчесывались. Итак, считаем. Этих масок у меня в заказе 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Я сама в шоке. Вот так вот будем красоту наводить. А почему так много? Дело в том, что маски нужны постоянно, каждое мытье практически, либо маска, либо бальзам. Расход большой, в семье 3 человека и все пользуются маской, поэтому на самом деле это немного. Я думала, может быть, заказать 10 или 15, но решила остановиться пока на такой цифре, хотя может быть я еще и передумаю. Заказала свой любимый шампунь, и не только мой любимый, у нас в семье его любят все. Это яблоко и бамбук. Это восстанавливающий шампунь, он двойной, то есть шампунь и кондиционер, но я все равно после него обязательно наношу или бальзам для волос, или маску, для того чтобы эффект был еще более смачным, сочным, эффективным. Эффективный эффект, то есть чтобы волосы были еще более мягкие, послушные и гладкие. Взяла 2, почему так мало, спросите вы? Да потому что в запасе еще есть целая коробка с шампунями, и я просто решила чуть-чуть пополнить запас, потому что еще, кстати, у нас их часто просят и клиенты, то есть и на подарки хорошо идет шампунь, мне очень он нравится. У нее еще такая бутылочка удобная, она как будто йогурт, и мне нравится, как она и на полочке смотрится в ванной. И сам шампунь, посмотрите, какой концентрированный. Кстати, показывала вам мыло жидкое, смотрите, какое густое, то есть у него будет очень маленький расход, поэтому меня это очень радует. Так, что еще с черной пятницы? Та-дам! 3 сыворотки для волос, серия Hair X. Это, по-моему, восстанавливающая, я сейчас вспомню точно, что я заказала. Да, это восстанавливающая сыворотка. Нужно 2-3 капельки нанести на пальчики, растереть, то есть согреть. Все масла всегда нужно согревать в ладошках. Согрели, а потом аккуратненько переносим на волосы. Не нужно носить на макушку, потому что здесь еще волосы живые, такие объемные, их не надо утяжелять. А вот та часть волос, которая отросла уже и она сухая, вот сюда нужно носить. Вот после этого чуда у меня волосы совсем становятся другими. 2-3 капли творят просто чудеса. Ну конечно, я еще пользуюсь маслом Элио сначала, а потом уже на кончики наношу вот эту сыворотку. Так, что еще с черной пятницы? Та-дам! Happy Dizziak. Конечно, я его взяла. Почему один? Я хотела 2. Точно, хотела 2. Взяла 1, потому что, во-первых, мы сами его очень любим. Но у Миши новый, недавно он только открыл. Но у меня есть 2 клиентки, которые просто обожают этот аромат. И я просто предложу его
скажу, что он по выгодной цене, я думаю, возьмут с огромным удовольствием. И сейчас, тем более к Новому году, все бегают в поисках подарков, что заказать мужчине, что подарить, потому что самый сложный подарок сделать — это мужчине. Вот честное слово, у меня всегда, когда какой-то мужской праздник, у меня всегда жирный вопрос такой: что подарить Мише, что подарить папе, что подарить брату. У меня просто вот паника, потому что очень сложно мужчинам дарить подарки. Не будешь же на каждый праздник дарить их любимую воду, у них, у Миши бы просто был бы уже склад воды. Поэтому мы помогаем женщинам, которые еще не покупали аромат, предлагаем наши классные чудесные ароматы. Так, это еще не все. Так, я сначала вам покажу черную пятницу. Вот еще кое-что. Мои любимые кремушки для рук с облепихой. У меня уже второй закончился, сейчас сразу открою, это будет третий флакончик. Бесподобный аромат, просто бесподобный. Еще что мне нравится, как он легко и быстро впитывается. Так, эти сразу отставим, чтобы не запутаться. А это будет мой, смотрите, одна капля, он не жидкий, то есть он не стекает, не падают сырки, то есть он не слишком густой, потому что слишком жирный крем тоже не все любят. Я обычно жирный крем вот с миндалем, мне нравится, я его наношу на ночь, а в течение дня я люблю вот такие кремы. Смотрите, какой он. Он тающий, он просто как будто бы сам впитывается в кожу, она берет его столько, сколько нужно, и даже если вы положили лишнего, он все равно уйдет, и просто останется мягкость, мягкость, легкость. Аромат просто бесподобный. Я, может быть, их все себе оставлю. У меня, правда, клиентка позвонила, попросила два легеньких кремика, но я уже заказ отправила, и поэтому... Ну, может быть, я и другие какие-нибудь там. У меня еще дома есть запас. Обалденный. И сразу просто мягенькая, гладкая кожа. Никакой липкости. Вот то, что я не люблю, когда крем вот такой вот, вот так вот, знаете, причмокивается, и тяжесть на руках. Здесь же просто легко, 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 кайфово, гладенько. Так, но это еще тоже не все. Черная пятница. Та-дам! Наступила. И она наступила в виде вот этих гигантов. Посмотрите, я взяла с радостью, с перепугой, я не знаю, у меня просто был такой шок от этих цен. По-моему, один вот такой вот флакон стоит всего 149 рублей, 750 миллилитров. То есть получается, вот обычный объем 250 миллилитров разделите по 50 рублей за гель для душа. Это очень хорошая цена, и сам по себе хороший гель. Тут и виноград, и цветочный, то есть Тоскана, как же он правильно называется, не помню, как правильно называется, но помню, что я брала такой гель, он мне очень понравился. А теперь в таком огромном объеме нам его хватит надолго, потому что у нас собачка любит купаться такими гелями, то есть два раза в день гуляет песик на улице, ему надо каждый раз помыть лапки. И я ему пробовала покупать в профессиональных магазинах для животных специальные шампуни для животных. И если даже сравнивать не с шампунем, а с гелем для душа Oriflame, просто помыть шорстку собаки, эффект намного круче, чем от этих шампуней. Но мы его редко купаем, а вот лапки нужно мыть часто. Поэтому я его купаю тоже вот такими же нашими продуктами. То есть у нас вся семья на Oriflame сидит. Поэтому смотрите быстрее, пока распродажа не закончилась. Может быть, вы еще успеете заказать такие классные, крутые продукты. Сейчас проверю, по-моему, из распродажи теперь все. Сейчас бегло посмотрю. Да, все. Теперь перейдем к основному заказу. Я как неугомонная общаюсь с клиентами, всем показываю наш классный каталог, рассказываю о наборах. И знаете, что я заметила? Вот если просто отдать каталог человеку и оставить, возвращаешься, как правило, ну, 1-2 заказа, или вообще нет заказа. То есть просто посмотрели, ой, да что-то вроде бы ничего не нужно. Я делаю так. Я открываю каталог и говорю: слушайте, а вы видели вот это? И показываю, например, или последнюю страничку, или сразу открываю картинки с наборами. А вы наборы видели? А вы уже подумали, что подарить своим близким? Может быть, подберем что-то недорого по цене шоколадки? И вот эта фраза по цене шоколадки человеку становится комфортно. Я говорю: зачем вы будете своих знакомых кормить шоколадкой, если она такая вредная? Давайте подберем наборы. Вот чудесное предложение. То есть я показываю конкретные интересные предложения, смотрю на реакцию. Если человеку нравится, он говорит: слушай, да, интересно, а что здесь? То есть я начинаю рассказывать, что здесь и как. И вот в результате мне заказали вот такой наборчик, подарок.
маленький наборчик, но он очень уютный, маленький, я его в пакетик положу, и уже будет красивый подарочек. Еще мне заказали в подарок вот такой набор, обратите внимание, тоже сейчас по акции идет эта серия Loving Care с миндалем, чудесная серия. Во-первых, смотрите, какой дизайн, то есть такое чистое красивое оформление в шведском стиле, а внутри просто волшебство. Вот это, мне очень нравится жидкое мыло, это крем мыло, после того как вы моете им руки, то кожа становится мягкая, потому что он с кремом, и даже после того как помыли руки мылом, не надо мазать кремом, потому что они уже сразу увлажненные. А здесь чудесная баночка, крем для лица и тела. Но я вот для лица такие кремы не использую, потому что мне кажется, кожа совсем разная, лицо и тело. Но зону декольте, руки, все тело наносить такой чудесный крем — это прелесть. Также эта же самая девушка заказала и себе баночку такого же крема. Я ей так рассказала, она говорит: так, закажу подружке и мне тоже баночку крема. Так, это для лица заказали, тоже новинка. Я его не пробовала, у меня пока отзывов нет. И просто могу сказать, что вот здесь 150 миллилитров, и этот крем рекомендуется на зиму, то есть он хорошо будет справляться во время холодов. Та-дам! Смотрите, что мне заказали. Тоже такая история. Я отношу каталог в поликлинику, и администратор мне звонит и говорит, какие коды кто заказал. Вот она мне несколько заказов приготовила. Я говорю: а что вы себе выбрали? Она говорит: Лилечка, я не успела посмотреть каталог. Я говорю: так, смотрите, я заказ буду отправлять завтра, звоните мне. Она мне не звонит. Я набираю сама, говорю: вы забыли? Она: да я быстро посмотрела, я даже не успела ничего выбрать. Я говорю: давайте я вам помогу. Что бы вы хотели? Вот на что глаз прям вот упал? Ну, полюбите себя, побалуйте себя. Она говорит: скажи мне, как платочек черно-белый? А так как я его мерила, я его трогала уже, сейчас вам открою, еще раз его покажу, я знаю, насколько он классный. Просто я пока себе не заказала, но очень бы хотелось такой платочек иметь. Посмотрите, во-первых, он не шарф, это платок, то есть это квадратное полотно. Сейчас разверну, он большой. Вот такой, посмотрите, какой красивый рисунок, такая прям зебра, очень стильно. И он двухсторонний, с одной стороны он гладкий, с другой стороны он уже такой вот более шершавый, поэтому когда его одеваешь на голову, он с волос не соскальзывает. Я его мерила, но этот я не буду мерить, потому что это под заказ, просто вам показываю. И ткань, она шелковистая, как плотный шелк, и когда я одевала на голову, у меня создалось впечатление, что мне стало тепло в нем. То есть он такой прям плотный, непродуваемый, особенно если мы сделаем в два раза, свернем, то уже будет соответственно эффект еще круче. Если вы хотите платок хорошенько рассмотреть, откройте запись, где у меня обзор новинок 16 каталога, и там вы все увидите. Так, откладываю его в сторону, эту красоту, чудо. Так, и здесь у нас, смотрите, заказ детский, мыло и бальзам. Вот рекомендуйте детские продукты заказывать в паре, то есть два продукта с любых страничек из детских, тогда они по более выгодной цене получаются. Поэтому тоже клиентка заказала мыло, а я ей рекомендовала взять еще бальзамчик, чтобы было еще выгоднее. И ей хорошо, и мне хорошо. Зубная паста — это тоже под заказ, это гель-паста освежающая. И здесь у нас, так, эта коробочка пустая, а здесь как обычно тушь с эффектом накладных ресниц, 4 штуки, потому что все мои запасы, которые я брала, все уже кончилось, но мне кажется, уже теперь, ну мне кажется, все уже запаслись этой тушью, поэтому много набирать не стала, взяла 4 про запас, одну себе и 3 у меня для клиентов. Кто еще опомнится в последний момент, когда уже каталог закончится, у меня еще будет для них что-то им сообщить. 3 помады серия On Color, я все время забываю, куда ударение ставить. На самом деле помада получает классные отзывы. Мне очень нравится цветовая палитра в этих помадах, и мне очень нравится качество. И, кстати, многие мне писали даже в личку, какая у меня была помада на губах в прошлом видео, а у меня была именно помада из этой серии. А девушка взяла 2 нюдовых оттенка,
Опять же, я пришла с этой помадой на губах, и она у меня была с собой, то есть была возможность ее понюхать, попробовать на руке. Они видели, как она у меня на губах лежит. Вот, заказала два оттенка. Один код 38742 и второй 38743. Они прям вот рядышком у нас стоят в каталоге. Такие вот красивые, легкие, нежные цвета. Один в теплый идет тон, другой в холод. Тепло-холодность. Заказали еще помаду. Это новинка с блестками. Настолько красивый цвет, по-моему, коралл. Код 39091. Я их тоже пробовала, эти помады. Если вы помните, было такое видео, какая она красавица. Эта помада настолько здорово смотрятся блестки на губах, вот она прям праздничная. Поэтому если вы на Новый год еще себе помаду не придумали, какой оттенок, выберите что-то из блестящих. И еще две помады тоже прям при вас открою, проверю. Во-первых, я помады всегда проверяю, потому что были у меня случаи, что помада приходила либо смазанная, знаете как, сейчас объясню, ой, аккуратно надо открывать, то есть может быть неаккуратно закрывали при упаковке, и был кончик смазанный, был такой, что что-то у меня еще было, помада вылетела, то есть она отлетела, и я оформляю просто всегда возврат или обмен делаю, потому что когда я приду к клиентке, если она откроет помаду, она у нее выпадет просто на стол, это будет очень неприятно. Я, естественно, ничего не пробую, только открываю вот так, чтобы посмотреть, насколько помада качественна. Конечно, это очень редко бывает, какие-то вот неприятности с помадой, закрывается, но если бывает, то лучше это выявить на этапе проверки заказа. Код помады 35470, который я вам показывала, такой цвет красивый. Тоже выбирали без пробников помаду, просто по каталогу. А у меня это вот одна клиентка все помады заказала, представляете, все 5 оттенков, при том что она еще перед этим 2 взяла помады. И она говорит, не могу остановиться, такие красивые цвета. И особенно ей понравилась эта стойкая помада, она именно такой оттенок уже брала, потом взяла в прошлый заказ чуть посветлее и сказала, что хочет повторить еще раз вот эту фуксию. Она говорит, она какая-то просто мистически бесподобная, мне в ней настолько хорошо и комфортно, что и просто говорит, хочу, пусть будет, пока такая скидка. Так, помады посмотрели, и осталось у нас 3 средства смягчающих. Сегодня мне девушка, зрительница, написала в Instagram, что помимо того, что это средство, которое рекомендовано для кожи вокруг глаз, для губ, если вы натерли носик, кстати, детям очень хорошо. У меня когда Лерочка маленькая была, знаете, вот дети как делают, варежкой нос вытирают, а варежка, она все-таки может быть грубоватая немножко, а кожа очень нежненькая вот тут вокруг носика, и натирают такие красные получаются носики, и еще шершавость идет. Я все время ей смазывала смягчающим средством, и также в носик немножко наносила. Губки супер, кутикулу, локти, колени, пятки, то есть вот все, что сохнет, если болячки есть, чтобы болячка легче отошла и не срывалась, потому что дети очень часто болячки срывают. Нужно размягчить вот это средство, просто положить аккуратненько, так вбить болячку, она размягчится и легко отвалится. И мне вот девушка сегодня написала, что она наносит при ожогах это средство, просто говорит, лучше ничего не видела, только говорит, не на волдыри, но если прям волдыри, то там более серьезно, если вот просто ожог легкий, то сразу нанести, и прекрасно снимает все вот это воспаление, все процессы. Я, честно говоря, не пробовала, но попробую, надеюсь, ожогов не будет, но вдруг будет, буду иметь в виду. Смотрите, 3 средства. Одно заказала эта же девушка, вот, кстати, мы с ней когда стали говорить, 2 другие сказали, что им ничего не нужно, то есть было 3 девушки в коллективе. И когда я стала рассказывать про смягчающие средства, они тут же сказали, и нам. То есть знаете, как вот можно расширить свой заказ, просто вовлекая людей, даже если они не хотят заказывать, но вкусно рассказывайте о продукте, рассказывайте о ее полезных свойствах, о том, что этот продукт просто необходим дома всей семье. У меня и Миша пользуется таким средством, то есть у него губы зимой перестали лопаться только благодаря тому, что он постоянно мажет их смягчающим средством, да, Миш? Кивает. Вот, поэтому просто рассказывайте искренне, честно, аппетитно, эмоционально и достаточно громко, чтобы все вокруг услышали, и тогда у вас будет больше заказов. Вот так, здесь ровно 150 баллов, классный заказ, честно говоря, просто балдею.
Вам желаю всем успехов, участвуйте в Черной пятнице, если успеваете еще, не упустите свой шанс, следите всегда за новостями, за акциями, которых у нас очень много, особенно в преддверии праздников. Я вам желаю успехов, быть всегда в премьер-клубе и иметь очень много благодарных клиентов, которые влюблены в продукцию и всегда ждут вас с огромным удовольствием. Все, пока-пока, до новых встреч, с вами была я и наш оператор Михаил Балавцев.